Спидячка чима зарокорапаркуара зи хапсни республика центр речна газ акция хацеркан яхящи я сад вебарзе. Зача гуастарц тахыз зигиры дыркылу на хаким трамаруга чида корылы и куршу автомашинакна. Анализаз тарцинива за уи хатара яд хало зара куиртон. А хаким тра уйда он пешаргон, а тыпан и гуартон, а найса та кое жамин тырылак занина пачи иртон. И хэту па уих джерги шадмурбоз, уи шимадзу. А хаким тра ирга за анализ ко чима за размо уи да анарпшизар, уи я хай нарт ба анайлка за лаборатория хирештует. Ирщан румахлагаште хабра я хартиот нас я же минутрила так рахтот. А к гвам похозер я хаштот лаборатория шка убра и гарцот и шатаху и фа диагностикала. Ехепи анта захтула чи ярбан хко гепатит я хаю пулот би, а чима зар я хыл чи ауэо дэюракуй. Я рауба саху штрачи да шум я пысу я за отклыет яхя, а информация тьмат зу распутника чи хаким чал архуним я пысы за пресс-конференция чи. Спид я чи гыла на акупара за республика ть лаборатория уши я хабыл на панцакона зыгдзо саида палпхай нарт банда за отклыет, аху штюрта чи гепатит за ча ялу, аш ой тагалу апсыр хыпхядзара хинзана дзоту. Что касается вообще диагностики, с 2004 года в спеццентре обследовано порядка 70 тысяч пациентов. Это 1/3 населения нашей страны. Как правило, все эти пациенты, которые были обследованы, протестированы и выявлены, это совершенно случайно выявлялось. Но, как правило, все те, которые пациенты есть, у всех в хронической форме. То есть для вируса гепатита С характерна хронизация 85%. И только 10-15% встречается в острой форме. Что касается гепатита В, то напротив, процентов 20-30% это хронизация, и только 60% это острой формы. Егерташук скверчип шнуахуп шозар гепатит ша ялу апсыр хыпхядзара як хойт хазгуарт и тахакимча. Ярауба са пресс-конференция чи юхан хтула чайниз кипшибашук сарахыз гепатит А ша ялу азгит шиша кургыламыз. Хтула яхядзан акула сыла сию пула гепатита хкварту да за отклы та республика тхуштурта терапия ушейхабы Анжелар Чилепха. Ну, наиболее часто гепатиты, которые мы выявляем на нашей земле, нашей территории, это гепатит Б, С, Дельта. Единичные случаи были пациентов с гепатитом ТТВ и гепатитом G. Но во всем мире пока что делать с гепатитом ТТВ и гепатитом G пока еще неизвестно. То есть наши коллеги изучают эти заболевания. А пресс-конференция же хаким цвергет гепатита чима зарауар ча яла зар аргобзира изходсна я на амто а чо хуштур яла гарс шахту. Амра зарандиеп ха Беслан Чхенджире, Беслан Джинджал, Апсо Телехопша.